дырки. У нас здесь будет вертикальный травертин. Вот такую вот стеночку, это дача. Такой стеночки надо сделать. Поверхность была прогрунтована глубокой пропиткой акриловой. Сейчас кварцуем. Используем квас-грунт и масловицу. Сейчас заполняем все кварцем. Ничего сложного. Ну так вот и сольем. Заполняем. Так, квас у нас прошло больше суток, квас уже высох. Вот он. Это дача у нас. Света тут немного. Снимаем под прожектор. Вот уже начал наносить я. В работе используем мы травертин акриловый фирмы Файдаль. Кельму и накидной. Так как снимать буду, как обычно, от первого лица, накидными пользоваться не будем. Но берем небольшое количество материала на шпатель и переносим на поверхность. Наносим его на зерно. Так как у нас рисунок вертикальный, стараемся по вертикали его разглаживать. Берем еще немного материала и опять на стену, на зерно. Разравниваем. И вот так вот по всему объему. Вот уже откос нанесен, вот такой вот у нас рисунок будет. Все, делаем. Так, когда материал немного прихватился, прошло где-то минут 10. Немножко подсох, немножко ушла влага. Берем шпатель, кельму. Вот я уже нанес рисунок. Немножко уплотнил. Берем кельму и ставим ее в такое вот положение. Тянем. Получается такой вот рисунок. И сразу же уплотняем. Стены у нас полностью высохли, прошли сутки, все сухо. Теперь приступаем к нанесению воска. Будем использовать бетавоск.
перемахать даль. Цвет Е919, либо же зола. Берем немного воска на маковицу и на стену. Такими движениями. Просто заполняем тщательно все. Будем замывать при помощи мочалки. Я взял такую вот мочалку, выжал. И начинаем немного замывать. Проявляется наша фактура. Красиво. Таким вот способом делаем весь объем. В принципе, ничего сложного.